Подготовка к Новому году уже началась. В Ульяновской области стартовали предпраздничные сельскохозяйственные ярмарки. Первая из них прошла в субботу на улице Минаева. Крупные сельхозпредприятия, фермеры, кооператоры. Всего торговля велась с 210 машин. На этот раз формат проведения торговли немного видоизменился. Торговые места уже украсили к предстоящим праздникам. А кроме традиционных продуктов, началась продажа елок и новогодней атрибутики. Ждем всех жителей для того, чтобы они наполнили свои погребки к Новому году. Продукты разнообразные. Разное, и я думаю, что все найдут здесь по вкусу себе и по цене, и по вкусу разного рода продукты очень качественные. По подсчетам специалистов ведомства, ярмарку посетили 15 тысяч человек. Людей интересовали мясо, овощи, сахар, крупы и мед. Особым спросом пользовались полюбившиеся соленья от фермеров Меликесского района и мясо индюшек из Ульяновского района. А Ульяновский облпотребсоюз провел благотворительную акцию – полевую кухню с бесплатными гречневой кашей и чаем. Для помощи покупателям был сформирован отряд из 20 волонтеров. Ребята помогали пенсионерам и людям с ограниченными возможностями здоровья с покупками и провожали до машин социального такси. Всего в первый день зимы фермеры наторговали почти на 12 миллионов рублей. Анна Тищенко, Юрий Тимонин, новости Ульяновской правды.